Приветствую зрителей СК2 ТВ Кибергейм Твич Good Game. Что ж. О, Ивик, привет! Сегодня у нас очередное продолжение стрима по Агресту. То есть эта неделя у нас под девизом один день одно поколение. Ну. Так, секундочку. Я еще, оказывается, собственные стримы запустил лишний раз. Так, ну что, поехали дальше. Фух. Сегодняшняя неделя, опять же, повторюсь, у нас под тематикой один стрим, одно поколение в Агаресте. То есть бои максимально быстрые, но сюжет я постараюсь не пропускать. По крайней мере, если не засну. Что ж, давайте тогда начнем. Нет, в смысле не то, что игра скучная, а в смысле то, что я не выспался. Что ж, давайте тогда начнем. Это давненько вступительная роль не смотрели. Ну что ж, давайте продолжим. Как я уже сказал, мы не будем останавливаться на самой боевке. Да, у меня Леонхард отъехал. Придется вместо него Ладиуса ставить. Адна, в смысле, где Рус? Ты о чем? Блин, он какой-то не очень. Ладиус. Он настолько не очень. Да нет, Рус это в том смысле, что я перевожу диалоги. Русского Агареста не появится никогда. Разработчики не собираются его переводить на русский. Так что не надейся.
Ну, зато ты всегда можешь поставить агресс у меня на стрибе. Так, блин, слушайте, а я не помню, какая у Ладиуса... А, какая у Ладиуса позиция. Господи, тупой Ладиус. Говорил? Да, я такой. Какие-то суровые, брутальные мужички. По-моему... А чё у них... Нифига ж себе. А чё у них аж по 2000 хп? Чё это за бред? Нет, конечно, это мало для меня, но, блин, ну, чё-то всё-таки изменилось. В этом поколении. Это, конечно. Да ладно, не оверкил! Вау! Вау! Слушайте, они удар начали держать. Офигеть! Честно, не ожидал. Они не держат удары. Видимо, только магию держит хорошо. Чего-то не так хорошо магию держит. Okay. Да нет, вроде. Ну чё так? Они были хорошие в магии. Ну а нет, и... Ну, визарды мы их всё равно их суверкиллом убивают, но всё равно неприятно. Говори, без оверкилла не пойдет. Нет, Ивик, я не настолько упоролся. Я уже настрадался. Если хочешь посмотреть мои страдания, есть воды по Агресту, где там я 200 часов геймплея наиграл. Где я играл без DLC на максимальной сложности. То есть мне было очень весело. Я не хочу больше так страдать. Меня больше беспокоит, где мой долбанный Леонхард и когда он появится. Гороскоп. А когда алхимик появляется? А когда алхимик появляется, ребят, кто знает? Мне Леонхарда надо вернуть так-то. Я чего, зря ДПС до 10 тысяч поднимал, что ли? Ой, бред. Разрабы, чертовы тролли. Взяли, забрали Леонхарда. Вот серьезно, я такого не ожидал. Как же сейчас без Леонхарда-то? Господи, надо с этой рудой что-то делать, у меня просто тонны. Достанет, нет? Не достает. Это тем более не достанет. Я твое лицо ломал. Хорошо кричит. Слушай, я сейчас, наверное, схожу продам серебряную руду, потому что, ну, это жесть. Мне столько всего не надо. Но со всех почти падает. От продажи серебряной руды мне ни холодно, ни жарко. Сколько это? 24 миллиона.
Так, секундочку.
Так, ладно, извиняюсь, меня слегка отвлекли. Давайте продолжим. Что это? Неужели, скажем так, карательный отряд уже здесь? Подождите. Разве это не флаг дома Брюссел? Брюссел. Приказы. Отдайте нам приказы. Мы не можем сражаться с домом Брюссер. Отступаем. Кажется, это нечто большее, чем просто мятежники. Если даже это не побудило их, скажем так, сдаться, тогда у нас могут быть проблемы. И что мы будем делать дальше? Отсюда нам придется идти пешком. Если они хотят сражаться, тогда у нас просто нет выбора. Я был послан сюда, чтобы взять их силы под контроль. Мы сумеем застать их врасплох. Убедитесь, что все в курсе. Похоже, он очень старается. И он слишком серьезный. Хотя, возможно, это ты недостаточно серьезен. Да, хотя да, ты прав. Он прилагает массу усилий. Это, скажем так, почти отвратительно. Говорят, что он потерял память. И я полагаю, что мы должны быть рады, что он на нашей стороне. То, что он потерял память, выглядит, скажем так, похоже на правду. Он был бы страшным врагом, но он стал хорошим союзником. Ну... По крайней мере, мы можем... Сейчас мы можем ему доверять. Так, Иксморти тоже привет. Одну секундочку. Я люблю быстро-быстро набирать. Подожди. Ты же у меня на предыдущем стриме был, вроде как. То есть, теоретически, ты знаешь, как у меня припекло от того, что у меня Леонхарда удалили, в которого я дико вложился просто. У меня сейчас нету Леонхарда, и
И, блин, это реально неприятно. Фрагмент жизни. Конечно, круто. Но, блин, на одних фрагментах я долго не протяну. Вообще еле, слушайте, на самом деле, я, скорее всего, перестану оверкилить уже в третьем поколении, то есть это печально. ДПС явно будет не хватать. Уже в третьем поколении, то есть намного быстрее, чем я предполагал. Да нет, не скажи. Проблема ведь не в том, что я не могу быстро убивать, проблема немного в другом. Проблема в том, что у меня... Не хватает ДПСа. Это очень меня печалит. Странно, что Вира. Неплохо станет. Так. Да, это НГ плюс. Я хочу на Труэн перейти, пройти, чтобы потом у меня сейвы во второй ГРС принеслись. Поэтому, чтобы стримить уже... Ай-яй-яй, не набрал, короче, наверкил. Эпик. Должно хватить. Даже Лингфит бьет больнее, чем мой ДГ. Зерва 400 интеллекта. Интеллектуальный зерва. И ивент. Короче, боль, страдания, унижение. Так, а я засейвился, да? Синори о Тономи Санчу не хикикондаро о варку най. 戦力を分散させすぎだ。 В горах у нас будет преимущество, однако наши силы слишком разрознены. おとなしく投降しろ. その上で言い分があれば聞こう. Прошу, сдавайтесь. Как только вы сложите оружие, мы выслушаем вас. たとえ火がこちらにあったとしても 武を持って我を通そうとすれば、それは間違いなく悪だ。 Даже если вы и правы, взявшись за оружие, скажем так, вы, короче, творите зло. ここまでさせておいた側が言うか。 И у тебя хватает наглости говорить такое после всего, что ты сделал? ならば問う。なぜ貴様らはあのように悪辣な領主を野放しにしている。 Тогда я спрошу тебя, почему ты на стороне правителя, который сотворил столько зла? Ты сказал, что ты выслушаешь нас. Однако, разве ты не видишь, что мы выражаем волю народа?
ずあの悪漢を処分した上で話し合おうというのが筋であろう。Отрекись от него, и тогда мы, возможно, будем разговаривать с тобой или поговорим с тобой. Действительно, похоже, ты говоришь правду. Но я хочу спросить тебя. Неужели эта война решит все проблемы? Красивые слова от глупого дворянина. Ведь, похоже, ты с ними. Тогда ты умрешь. Подождите. Солдаты Бюссера, неужели вы думаете, что действительно сможете победить нас? Может быть, вы являетесь командиром? Я Ладифор фон Бюссер. И почему такая леди, как вы, на стороне их мятежников? Неужели вы за меня беспокоитесь? Конечно, я польщена, но ваше беспокойство излишне. Я Шерфанир, и скорее я являюсь их советником. Тогда знайте, если они хотят сражаться, то мы... Скажем так, не будем сидеть просто так. Как я и думала. Однако, пожалуйста, обратите внимание на причину, по которой они сражаются. Разве вы не слышали, что налоги выросли с 50 до 70% в последнее время? Что? Налоги могут превышать 50% только во время какого-то кризиса. Разве это не ясно? И даже так, только лишь определенный промежуток времени. Ну, согласно приказам, да. Но тем не менее. 50% налоги, я плюнул с такой стороны. Иксбор, да, я бы тоже ливнул. Согласно приказам, то да. Тем не менее, многим на них просто плевать. Но, скажем так, землевладельцы обязаны подчиняться этим законам, ведь подделка отчетов — это серьезное преступление. Они бы не стали так рисковать. Тем не менее, они это делают. И король довольно глуп, раз позволяет заправлять всеми делами дворянам.
Другими словами, для них это довольно просто. Однако, я понимаю, но... Я знал, что ты поймешь. Так значит, ты отпустишь нас? Я не могу. Это, скажем так, это разные вещи. Если мы не подавим восстание, то оно разрастется. И это приведет к войне. Также пострадают невинные люди. Мы ни за что не можем этого допустить. Тогда позвольте мне все уладить. Я обещаю, что, скажем так, организую переговоры. Так что, пожалуйста, сложите оружие. Может быть, ты и прав, но ужасно тяжело опустить оружие после того, как ты взялся за него. Так значит, ты хочешь сражаться, несмотря ни на что? Мы оба хотим избежать кровопролития. Я предлагаю все решить один на один. Кстати, я только что заметил, что это у нее... Я думал, это платье у нее, а это у нее, оказывается... Я даже не знаю, что это. Как это называется одежда? Часть одежды. Короче, ладно, без разницы. Похоже, все снова сводится к бою один на один. Честно говоря, это навевает воспоминания. Хорошо. Тогда, если мы победим, вы сложите свои мечи. Тогда, если мы победим... Что мне такого попросить? Точно, ты присоединишься к нашему восстанию. Эй! Что это такое? Это, скажем так, ну, что-то типа неравнозначно. Нет, я принимаю эти условия. Тогда мы будем уверены, что они сдержат свое обещание. И ты тоже. Конечно. Я даю слово от дома Брюссера и от имени своего отца, Леонхарда. Ладиус, почему ты поступаешь так глупо? Да, это было необдуманно. Я знаю. Но теперь назад пути нет. К тому же я поклялся именем моего отца. Короче, я не могу отступить. Что ж, прекрасно. Тогда делай, что хочешь. Ну что ж, Шерфанир. Приготовься. Тогда мы начинаем. Но... GG. Шерфанир по определению. Почему меня на Good Game никто не смотрит? У меня в Good Game тленный чатик.
Я уже... Он настолько тленный. Кадет, в смысле, то есть Дания тебе не подходит? Ты о чем? Какая Дания? Либо я слоу, либо ты чё-то мне не то говоришь. Так. Так, стоп. Да ладно. ВТФ. А чё у него это изменилось? В Дании налоги порядка 50%. Ну, я не знаю, я не любитель тогда Дании. Уж извините меня, все поклонники Дании. Короче, ладно. Делаем... Penetration, и не паримся. Там случаем шарфанир нельзя в первой грохнуть. Так, ну шарфанир вроде грохнуть случайно нельзя. Меня уже радует. Блин, она такая няшка. А еще ну шевелец. Привет. Серебряные слитки уже падают. Так. Чем бы мне ее убить? Так, Шерфанир, ну ты извини, я знаю, что ты моя фаворитка, но меня от тебя грохнет. Только в этот раз я тебя грохнул. Это будет немножко больно, но ты, пожалуйста, потерпи. Что-то я не понял. Она сказала, так это чувство поражения или что-то в этом роде? Фиг его знает. Господи, зачем мне такой унылый ГГшник? Чатик на ГГ не могу, жал, но сейчас посмотрю. Опять ты тленные лесенки строишь? Теперь, как и обещали, сложите оружие и сдавайтесь. Эта женщина, то есть она не может говорить за всех. Мы... Я не помню, чтобы мы обещали сдаться. Ну, скажем так, это едва ли удивляет. Потому что мы, скажем так... Ну, короче, понятно. Короче... Эй, вы все просто прекратите или что-то в этом роде. Достаточно с нас, скажем так, твоих советов. Просто не лезь больше в наши дела. Отлично. Тогда делайте, что хотите. Но без моей помощи эта армия, несомненно, просто порежет вас на куски.
Если ты этого ищешь, тогда я не стану тебя останавливать. Но прислушайся к моему совету. Вы всего лишь группа повстанцев. Есть ли у вас шанс против обычной армии? Неужели вы все готовы погибнуть в этой битве? Ведь они сказали, что не выслушают нас. Не лучше ли воспользоваться этим? К тому же они сказали, что, скажем так, укроют нас. Ведь это довольно неплохо звучит, не так ли? Или защитят нас? Эй! Что это? Мы ничего такого не говорили. Мы и так находимся уже, скажем так, в довольно печальном положении. К тому же, эти условия еще больше усугубят ситуацию. Все в порядке. Если они сложат оружие, то я согласен на это. Ну, разумеется, это я имел в виду. И кто тебе дал право решать за всех? Боже, я не могу в это поверить. Элис, я понимаю, что ты чувствуешь, но Ладиус прав. Скажешь так, подумай, даже если мы возьмем их в плен, мы не сможем всех их доставить в Гургунд. К тому же, наличие довольно достаточно большого вражеского отряда будет создавать напряжение. Не все здесь согласны, скажешь так, с мирным решением данной проблемы. И, скорее всего, в дальнейшем могут возникнуть некоторые проблемы. Скажешь так, из любой мелочи может начаться бой. И этого нам надо избежать любой ценой. Я это прекрасно знаю, но... В конце концов, Элис очень любит Ладиуса, ведь он сын Лео. Короче, стандартная фраза девушки, когда ее смущают, мол, ты ничего не знаешь, отстань от меня. Амари Элису каракау моно дева най. Ареда, секининка но цуёи мусуме нано джакара на. Ты не должен задирать Элис, ведь она очень ответственный человек. Ну или, не знаю, как-то так. Прошу прощения, ведь по моей вине, скажешь так, ее обидели. Не беспокойся, я думаю, Элис все поймет. Баштар, хей то, 彼らを引き連れ,
Как только мы покинем горы, скажем так, мы разделимся. Ваштор, ты возьмешь половину. Шерфанир, сучерану дайхио дашьте кре. Орето ищу не ките мура. Шерфанир, вам нужно выбрать человека, который отправится со мной. Сою кото даттара, ватакши га майримашо. Дансэй ёри ва жосэй но хоу га ацукай ва ии дешоу кара не. Тогда я пойду с тобой, ведь женщины могут быть куда более убедительны, нежели мужчины. Шикаши, соре дева. Однако, что это значит? Карера о аотта ноа ватакши десу моно. Тоузен дешо? Ну, скажешь так, ведь я виновница. Ну, короче, и поэтому именно я. И я всегда хотела посмотреть на замок. Ваштор, тогда я оставляю все на тебе. Понял. Ну что ж, тогда отправляемся. Ну, не то чтобы и сложное. Дайте мне уже Леонхарда моего, господи. Вот этот Ладиус Хилики, с которым 1500 хп, вообще ничего не годен. Ладиус! Ладиус! Что-то он долго бежит. Кто это с тобой? Она... Я Шерфанир. Скажи так, я была в опасности, и нас хотели взять в плен, но тут появился Ладиус и спас меня, а потом он пригласил. Точнее, взял меня с собой. Со. Вот как. Валерия, смотри, но Каножо, Орено Бетте, Маде, Окутейте, Мурайнайка. Валерия, не могла бы ты проводить ее, скажи так, на мою виллу, ну окей, пускай вилла будет. И почему именно я? Кото-то бай не уттева, Каножо не шоугейм оште мурау кото ни нару. Потому что именно она будет, скажем так, представлять повстанцев. Но тогда ты укрываешь преступника. И если она была одним из них, одной из них, тогда ее место в тюрьме. Ханлан ва мизен не фсегета. Коре ижо кото о арадатэру хицио га доко ни ару. Скажем так, мы подавили восстание. Я не хочу, скажем так, касаться этой темы снова, что ли, или что-то вроде. К тому же, если мы накажем ее, тогда повстанцы поймут, что нам нельзя доверять. Поэтому я хочу поговорить с ней наедине. И если понадобится, скажем так, я не знаю, почему фраза в английском запишу, пускай так будет, короче. Поэтому прошу. Но если ты настаиваешь... Ну... Я не буду... покрывать вас. Ну что ж, рассчитываю на тебя. Валерия явно недовольна. Шерфанир, атоде мукай ни кру. Валерия, кайттара мата кейко ни цукиатте куре. Шерфанир, я поговорю с тобой позже. И Валерия, когда я вернусь,
Пожалуйста, оставь мне компанию. Тогда возвращайся скорее. Я делаю это только ради Ладиуса. Даже не пытайся сбежать отсюда. Ну, я понимаю это. Сюда, следуй за мной. Есть кое-что по поводу недавнего восстания, что я хотел сказать. Но сначала я хочу задать себе вопрос. Уверен, что это всего лишь слухи. Однако я слышал, что это вы отдавали приказы повстанцам. Масака, соно ような流言 を信じているのですか? Бака на кото, 冗談にしても笑いません. Что? Вы не должны верить в подобную чушь. Это плохая шутка. Ма, со кой о арагенай де итадакитай. Ватаси дзисин ва кей но котоба о синжите. Ну, говорите сами за себя. Но, конечно, я не верю в это. Однако, насколько я знаю, скажем так, вы укрываете как минимум несколько повстанцев у вас. Тогда вы должны понимать, почему я это делаю. Однако, есть те, кому это не нравится. Они говорят, что ваша победа была слишком легкой. Ну, короче. И ведь вы сами понимаете, что они думают по этому поводу. Простите, но я вынужден взять вас под арест. Конечно, мы не верим в то, что вы виновны. Но у нас нет выбора. Обвинение, скажем так, выглядит весьма реалистично. Эх, Ладиус, попал ты. Отвешай, как твой батя, люлей королю. Шерфамир. Шерфанир, что ты здесь делаешь? И где Валерия? Она ушла, скажем так, оспаривать ваш арест. Коги датте? Оспаривать? Но зачем она? Ну что ж, пойдем. Нет, я останусь здесь. Я не буду, скажем так, усугублять свое положение побегом. О чем это ты говоришь? Ведь Валерия сказала... Чан! Ёк сонна ёбикатау юришта на.
зачем? Короче, она к ней неуважительно обращается, ну ладно. Я поверить не могу, что она позволила тебе так себя называть. Ну, сначала она, скажем так, возмущалась, но потом она сдалась, ну или смирилась. Сука. Вот как. Сореорима. Валерия-чан から聞いた話だと、君の領地に向けて軍勢を派遣することになりそうよ。В общем, Валерия сказала, что не собирается отправить войска для захвата твоих земель. なんだって、そんなことあるはずがない。Что? Да быть того не может. そう？ Разве? 軍を派遣する大義名分はあるのよ。Но для них это вполне нормально. И похоже, ты попал как в немилость верхушки, грубо говоря. Да, то что ему да. Сорекосо немо хамо най уаса тою моно даро. Но как бы то ни было, они просто не посмеют этого сделать. Эх, хотел бы я с тобой согласиться, однако именно Валерию назначили командиром этой армии. Валерия? Валерию? Яккайна моно не. Это ведь... Доуши, нака га ёкуте мо ие но чичоу ни саюю сарэру но тте. Это очень неприятно, правда? Да, вы были друзьями, но приказ превыше дружбы. Тоникаку, сою кото дакара. Итак, в любом случае, как я и сказала, нам надо убираться отсюда. Но все равно, если ты останешься здесь, то некому будет защищать твой дом. Неужели ты откажешься? Что, неужели ты не возьмешь эту ответственность, или что-то наоборот? Или откажешься? Я не могу пойти на это. Дешо? Даттара, конна токоро де гузу-гузу ште найде. Хаяку икимашо. Тогда прекращай жаловаться и пойдем. Короче, понятно. Опять меня прокинули. Нет, это не хентайч. Но есть интересные сцены. Чёрт его наркоманы, дайте мне... Нет, они ведь не достанут, да? Вот 100% не достанут. Не штупы, как пробки. О, почти без шансов достать. Что-то я не уверен, что Стардуста Зервы хватит, чтобы его убить. Блин, ну я кошку должен сейчас убивать. Так. А, он только зервой. А, он только зервой. Ну все, тогда нормально, тогда проказ кошку делаем. Однако есть кое-что, что меня... Вот это я зафейлился! Ты эпичный фейл. Ну, ладно. Я надеюсь, что Леонхард достанет. Да, он достает. Тогда все окей.
Тартус, Тартус. Правда, у Леонхарда Стардус будет вообще нулевой. Тьфу, это не Леонхард, это Ладиус. Контракт, контракт, Фируда. S-ранг. И мне даже опыта не дали. Он наконец-то показал свое истинное лицо. Он всего лишь простолюдин, который не имеет права на титул. Генерал Валерия, теперь вы понимаете? Я понимаю, что вы и он были близки. И я понимаю, что вы пытаетесь защитить его. Но, скажем так, что-то типа вроде неудачи вред лицом. Подождите, это должно быть какая-то ошибка. Я не могу поверить, что Ладифор вот так просто предал нас. Я прошу вас все пересмотреть и провести официальное расследование. В этом нет никакой необходимости. Ладифор сам признал, скажем так, то, что он участвовал в недавних действиях повстанческих сил. Но это... Скажем так, он взял силы повстанцев, а также свои. И... Скажем так, и вам этого недостаточно? Тогда значит, это конец дома Брюссер? К счастью, есть и другие люди, которые могут взять под контроль дом Бюссера. Хотя он исследовал имение, но у него нету кровных уз. Почему бы нам просто не сказать, что Ладифор не первый кандидат на эти места? Мы не можем скрыть правду, ведь люди никогда не поверят в это. Люди, обычные люди никак не связаны с действиями правительства, ну или не заинтересованы в действиях правительства. Их заботит только своя собственная жизнь. Я не знаю, скажем так, является ли Ладифорд незаконнорожденным. Но я не верю, что он был, скажем так, ту-ту-ту-ту-ту. Короче, понятно, то, что он незаконнорожденный и имеет право на это. Но в любом случае, Валерия, я оставляю наказание Ладифорда за вами. Радиус. Ладифорда убить.
Владиуса. То есть... Вы мне предлагаете убить Владифорда? Нет-нет, конечно, не так. Если он понесет наказание, тогда он получит обратно свое место в доме Бюссер. Ведь предыдущий герцог, покойный лорд Хауэлл, тоже часто сбивался с истинного пути. И, по всей видимости, Владифор также был обманут. Так, какой-то злобной личностью. Владифорта есть свое мнение. И я уверен, что поэтому, пожалуйста, постарайтесь убедить его. Ведь ваша судьба в его руках. Тьфу! Его судьба в ваших руках. Тьфу, блин. Извиняюсь. Как пожелаете. Я прослежу, чтобы он понес справедливое наказание. Замечательно. Тогда я рассчитываю на вас. Фу, блин. Меня уже клинит. А ведь стрим вроде не так давно начался. Я не помню, это во втором поколении эти будут дюрент, дюренты или дюранты. Короче, энты. По-моему, здесь. Что с энтами там такое веселье начинается. Что, я еще кое-что сделаю. А если я сделаю вот так? Опа! 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 Интересно, что будет? Блин, почему меня на Good Game никто не смотрит? Что это за бред? Зачем я вообще когда создавал на Good Game? Что за бред? Так. Там ходит. А, ну, ну вот, в принципе. Так. Неплохо так всех раскидало. По-моему, это тянка, которая будет нас кормить жуками в этом поколении, но я не помню, блин, в этом или не в этом. По-моему, в этом. И, кстати, я, по-моему, забыл. Я же, по-моему, какая-то ачивка должна была открыться по поводу убийства гоблинов. Не помню, откроется, не откроется. Ничего. Орега кирихирак. Кажется, надо мне подальше встать. Ну, за два удара можно убить. В этих Старду... А. В этих первый Стардуст. И сюда Стардуст.
есть, есть. Что-то мне показалось, или какой-то другой талант открылся у Варгнайна. Вот, скорее всего, показалось. Так. Сузаку. Прикольно, короче. Кольцо Феникса. Golden Warrior. Так, а чего, кажется, не дополучал. Так. Чё за кольцо? Чент. Хо-хо-хо-хо-хо! Нифига себе, чё это за грейд? Что это за жесть? Серия Бека. А, ну короче, этот. Это, видимо, какой-то сет из четырех пред... Нифига, 32 тысячи. 7 АП, 7 АП, господи. Вот это колечко. Вот это я понимаю. А, я даже его... одену кому-нибудь. Что у меня за кольцо? Angel Hella. Ладно, потом одену. Ну, блин, Сузаку, это, конечно, классно. А что у меня там есть? А у меня Бьяка и... Ну, прикольно, кстати, получается. А-а-а. Окей. А, здесь нас Валерия догоняет. Они здесь. Это немного раньше, скажем так, чем мы предполагали. Ведь я говорил тебе, что это неудачная затея. Но в любом случае, время для сожаления прошло. Теперь... Когда они здесь, возможно, мы должны прислушаться к ее словам и вернуться в Финсарил. Но должны ли мы слушать совет от девушки, скажем так, которая никого не слушает, а затем уходит, ну или там... Короче, говорит. Ну, в любом случае, она была посторонней с самого начала. Чего ты еще ожидала? Ведь ты так говоришь только потому, что она девушка. Я не знаю, сделали мы все правильно или... Мы сами, скажем так, выбираем свой путь. Но сейчас у нас просто нет другого выбора. И это все, что мы можем сейчас сделать.
Ведь так? С письмом вот и Валерия. Да. Ладиус, как ты можешь быть таким дураком? Я же сказал тебе, что я ничего плохого не сделал. Я сделал только то, что считаю нужным. Только и всего. Ладиус прав. Это вы поступили, скажем так, крайне... странно кинуть его за это, скажем, без причины за решетку. И более того, теперь вы привели армию. В любом случае, это не имеет никакого значения. Какой же ты, не знаю, там, лорд, если ты бросишь своих людей? Если ты можешь доказать свою невиновность, я хочу, чтобы ты сложил оружие и вернулся со мной. Я зашел уже слишком далеко, чтобы вернуться. К тому же, если я вернусь сейчас, тогда никто не поверит моим словам. Но я, скажем так, заступлюсь за тебя, так что... Все достаточно, Валерия. В любом случае, я знал, что рано или поздно это произойдет. У меня есть предназначение. Я должен выполнить его, даже если мне придется отказаться от всего остального. О чем ты говоришь? Я не понимаю. Объясни. Валерия. Пожалуйста, позволь нам уйти. Я не хочу сражаться с тобой. Ты думаешь, я... скажешь так, дам тебе сбежать? И как, по-твоему, я это объясню? Если ты откажешься пойти со мной, тогда я приду тебе силой. И ты все еще хочешь уйти? Ну, короче, естественно. Вот как. Тогда, теперь ты мой враг. И чтобы уйти отсюда, тебе придется победить меня. Солдаты! Короче, в атаку. Я не хочу убивать Валерию. Но она сама напросилась. Я не знаю, как ее надо убить, чтобы она выжила. А, даже сейчас не Валерия ходит, а какие-то наркоманы. Раз, два. Это будет довольно просто. Блин, обожаю. Если бы Стардуста не было, я бы по два часа их убивал. Мне нравится, кстати, то, что они все говорят, что драпаем отсюда. Это довольно мило. Так,